Карнавал Кирилл! Атас, пацаны! Я тебе... Замеченный. Именно так и нужно лечить людей, отдавая им аптечку. Всегда носи с собой запасные аптечки, чтобы ты мог помочь не только себе.
что надо. Нет времени. Я и так 2 недели в месяц сижу и бесплатно вас развлекаю, пока вы в зоне хабар добываете. Попало, не пропускаю. Щедро расплачусь за работу. Найдете меня в баре. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало, не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало, не пропускаем. Видел группу на... Вероятно, разведка или задание идут. Получена информация о тайнике.
веселей! Получена информация о тайнике.
Старый тайник, и часть добычи прячь. Лучше забрать позже или потерять, чем здоровье лишиться или жить. В деревне Кстати Дума нашел старую книгу, еще при советской власти выпущенную. С каким удовольствием прочитал, он сам тебе не будет. Мы же совсем не читаем книг. Нашему бармену, чтобы он видеоплеер в баре. Молодцы, мужики! Мы их одолели! Всем отдыхать! А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем! Нет! Убери ствол, тогда поговорим! А как бы искрятся! Я растолкал кульку, ему зрелище. Тоже понравилось. В общем, хватаем артефакты и утряхиваем их на то место, где они раньше кружили. Все... Мамч! Тяжелые, много километров. В тяжелых комбезах, под солнцем и дождем. Мы сидим как дети, любуемся, слова боимся сказать. Приложение в Ислана, мы все там. Когда-нибудь, когда у нас еще будет, в то место заглянем и еще раз полюбуемся на ту красоту. Так сказать, детство вспомним. Могу предложить навесной для разных стволов и работенку для желающих. Скоро буду на агропроме.
Эй, мужик, помоги мне! Военные собираются перебить группу крота! Нам нужна помощь! Остаться, Рой, я просто первый, подхожу. Черт, это...